Ну, точнее, их ориентация — это не выбор, выбор именно те, которые занимались активизмом. Я трансгендерный человек. Моя жизнь просто очень четко делится на два периода. Это до активизма и после. Да, за мной идти туда. Всё. Сейчас там, там какое-то существо, похожее на мента. Россия совершенно не готова к восприятию каких-то странных гендерно-ориентационных вещей. И, соответственно, даже с нашим ножом достаточно. А как-то пытаться оставить свои права, и вообще это не очень принято у нас, оставить свои права, как-то всегда все, кто пытались это делать, плохо заканчивали. Этой ненависти стало больше, конечно. Буквально это заметно на улицах, в электричках, в метро, что люди стали злее, нетерпимее друг к другу. Я уверен, что оно изменится. Другой вопрос, что я не знаю, когда и чего это будет стоить.